Мы с друзьями ехали ночью по МКАДу, и нас начала подрезать машина. Я вышел, подошел к пассажирскому окну. Я до сих пор не знаю, что с тем человеком. Жив он или я его убил? В 90-е мы боялись бандитов. В нулевые – террористов. Но образ насилия изменился. Мир перевернулся. И сегодня опасность – это любой человек в толпе. История, которая потрясла всю страну. Мужчина расстрелял 5 человек. Школьный друг заказал это убийство. Ему скинули координаты в Телеграм. Он поехал туда, выкопал этот пистолет. Странно одетый человек идет по улице с ружьем. Его никто не останавливает. По сути, вчерашний школьник открывает огонь по прохожим. Часть современного населения воспитана на кино. И они начинают это выносить реальный мир. Совершенно не случайно наши школьники подражают Коломбайн. Сам факт владения оружием способствует агрессивному поведению. Чтобы это понять, мы отправляем в рязанские леса на охоту человека, который никогда с ней не сталкивался. Всю дорогу я сижу и думаю, а я-то смогу хоть в кого-нибудь выстрелить?